И всем привет, с вами Александр Навасов. И сегодня я вам расскажу историю, как вы угадывали звук оружия. Ну или хотя бы как у вас это получалось. А у вас-то не получалось. Потому что данный звук вообще не от оружия. Приятного просмотра. Такие ответы вы мне прислали в ВК. Но ни один из вас не прав. Этот звук не от оружия и точно не из КС. Давайте мы все вместе сейчас послушаем этот звук. И сейчас я спрошу у подписчика, что это за звук такой? Давай, говори. Мне напоминает аук, что-то такое, но это точно не авапа, не... На, серьезно, ты не верил? Это точно не плетка, не авапа и не пистолетка, и не дробаш. Ты втираешь мне какую-то дичь. Я думаю, это оружие CSGO, правильно же? Какое-то оружие из CS? Вовсе, блять, нет. Ну, мне кажется, что это, типа, смотря за какую сторону, но мне кажется, это аук. Аук, ну, муха. Аук или SSG-500. Ну, короче, получается, если за Т-сторону, то аук, а если за КТ, то этот, муха. Ну, ты понял, в общем. Да что ты, черт побери, такое несешь? Потому что, как я понял, это этот не дробовик, дробовик стреляет, он... Тух-тух-тух. Он вот так стреляет, получается. Либо одним патроном, а вапа стреляет, вот. Точно не пистолетка, она так не стреляет. И возможно, конечно, что это, блин, МП-7 возможно, я не знаю точно. Но мне кажется, что это аук, ну муха. Слушай, да ты прям... мафиозник. Ладно, спасибо за твои ответы, но, увы, ты проиграл. Этот звук не из КС и точно не от оружия. Так что, сорян. Ну, бывает, ладно. Ничего, не повезло. Ладно, пока. А если бы он ответил, что это звук не оружие, то он бы получил бы скин. Но просто я не понимаю, как там можно услышать оружие, да еще и с CS. Ребята, вы не первый день играете в CS. Неужели вы не знаете звуки CSGO? Ладно, неважно. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео и всем удачи, всем пока.